Вот оно помещение. Отдельный вход. Там дома за зданием. Саша! Помещение еще не отмытое. Все-таки два года стояло. Это подобие, я не знаю, какой-то приемки. Здесь помещение, здесь была кухонька для каких-то табаков, видимо. Не знаю, как они вот этого допускали, не знаю. Там зал, там санузел, зал. Здесь потом фотографию сделаю, потому что сейчас света здесь конкретно нет. Это типа випка.